Знаете, как выглядит любовь, когда все годы вместе, как награда, когда встречать всегда бежать готов, чтобы обнять, и большего не надо. Когда на стуле брошенный пиджак, ты молча в шкаф с улыбкой убираешь, и за ошибки не винишь никак, но с пониманием любовью покрываешь. Когда немытая посуда на столе, а ты ее беря перемываешь, так выглядит всегда любовь в семье, когда ты никого не укоряешь. Когда ты веришь, пусть и в сотый раз любимого сломались сильно крылья, а ты, бинтуя добротой из фраз, не злишься, что лишились изобилия. Вот так, скажу я, выглядит любовь, когда все годы вместе, как награда, когда встречать с улыбкою готов. А что еще для счастья в жизни надо?